меня всегда в одном и том же месте зависает интернет. Вот прям еду в одном и том же месте, он всегда зависает. Раздражает меня гад такой. Какой-то тут глушилка стоит. Антенки нет. Оля! На кого злись? Нет, растяжек нет у меня, слава богу. Как-то, хотя у меня мама были после... Кто такой Дека? Дека Колледж, с ума сошли, что ли? А по мне видно, что ли? Может, у меня голос очень мужественный или что у меня? Я похожа на стероидного монстра, на какого-то. Наверное, на чемпионат России в Мурманск как раз, кто-то из Мурманска. Приехал. Да я не злюсь, я устала, у меня нету силы злиться. Привет, Пермь. Кушала, да, котлетки из индейки ела, курочку ела. Ну, такое все, овощи. Сегодня без углеводов у меня целый день, поэтому я сегодня углеводы не ем. Пятигорск, привет. Да, домой еду, все. Завтра у меня 8:30 уже съемка. Потом у меня дела. Домой 5 часов 9 только. Я сегодня была... Во-первых, где я была утром? Сегодня я была в Калгиле. Потом я была у адвоката. Потом я была в одно место заезжала, там надо было кое-что забрать, кое-что перевезти. А потом я была на тренировке. И сейчас я еду домой. Привет, Стамбул. Обычно из углеводов я кушаю кашку. Я думаю, что в Мурманске чемпионат России будет. Сколько литров воды я пью? Ну, стараюсь литра 3 выпивать в день, минимум. Литра 3 в день я выпиваю. Обычно. Крем для лица. Я люблю Ля Прери антистресс. Такой синенький, пахнет валерьянкой. Мне очень нравится. К посту я позитивная. Я обязательно бы постилась, если бы не готова к соревнованиям. Посту очень хорошо. Яблочки нельзя на ночь. Но тем, кто постится, все можно. Любимые духи у меня Киллиан. У меня много их. Всяких Киллианов прикольных. Ой, КБЖУ, даже говорить не буду, ничего интересного. Вам это точно не надо, ребята. Ну зачем? Потому что там сахара много в яблоках. Фрукты, честно говоря, мой грех. Но нельзя. Не, еще не посмотрела, у меня здесь интернет очень плохой. Я загружу сейчас дом по Wi-Fi. Ник, я вижу, что ты пишешь, я видела, что ты прислал. Сейчас я доеду до дома, буквально через там 10-15 минут. Я загружу видео твое, посмотрю. Мне же надо внимательно посмотреть. Я, ну, как бы за рулем посмотреть, проанализировать, отписаться тебе. Я посмотрю, не волнуйся, я видела твое сообщение. Снимают, если татуировки большие и мешают оценке тела. Если большие татуировки, могут снять. Если небольшие, там, знаете, девчонки многие, ну, не знаю, там где-то там фрагментом каким-то там, не знаю, какой-то цветочек какой-нибудь на пояснице или там на лопатке, всем пофигу. Прям фруктоза, что-то там. Сейчас у меня Мегаполис играет. Вот. Не имеет смысла разнообразие в упражнениях. Знаете, есть такая поговорка, мне она очень нравится. Я со временем на это перешла, ну, как бы к этому тоже на это же так же смотрю. У каждого додика своя методика, вот честно. Вот у человека считают, что не стоит менять упражнения, разнообразие, нет смысла. Я считаю, что в разнообразии есть смысл. Поэтому у каждого есть... Потому что мышцы быстро привыкают к однообразной нагрузке. Конечно, я понимаю, что если менять как-то в упражнении веса или там, например, в негативной фазе работать или там в статодинамике работать, ну, какие-то фишки придумать, но упражнение одно и то же. Это я еще могу понять. А когда долбить одно и то же, я считаю, что не имеет смысла как раз-таки. Нет, фрукты не дадут вам похудеть. Вам нужны сложные углеводы. А фрукты – это быстрые углеводы.
как бороться с растяжками. Не знаю, мне кажется, и генетически как-то заложено образование растяжек, но, наверное, увлажнять кожу. Я так думаю. Просто у меня опыта мало с растяжками, у меня их как-то особо не было. Кофе, да, 2-3 чашки в день я пью. Норма белка где-то 2 грамма, по-моему, на килограмм веса. Это по диетологии, я просто вспоминаю. Спортсменам, конечно, кто тренируется, надо и побольше белочка. Но у нас диетолог, который работает у нас в Профвкус, категорически говорит, больше 110 грамм белка не есть. Ну, как бы по диетологии, она говорит, я протестую, это очень вредно. Большая нагрузка на почки. Ребят, я честно пить не люблю. Вот не люблю. Меня вот моя подруженька Ярослава Николаева ругает. Ты плохо пьешь, ну-ка пей, ну-ка пей. И она такая с ним вместе, она, ну-ка пей. Она пьет-то много. Я стараюсь много пить, честное слово. Но я думаю, что литра 3 точно выпиваю. Меня заставляют пить постоянно больше. Я, честно, мучаюсь, когда пью. И... Ну, я общаюсь, как сказать, дружу. Так что прям подружки нет. Но дружим, просто общаюсь. У меня друзей не так много. Я знаю, что я видела, что у меня трансляция. У меня не так много друзей, на самом деле. Я очень мало общаюсь с кем реально вот близко. Их вообще можно посчитать по пальцам одной руки, несколько человек буквально. А остальные просто хорошие знакомые. Прям вот друзей-друзей у меня не так уж и много. Нет, кефир я не пью. И мужа у меня нет. У меня есть молодой человек, с которым я встречаюсь. Достаточно уже продолжительное время. Прыщи у меня сейчас бывают иногда. Как быть тем, кто держит пост? Ну, держать пост, кушать больше, спортивное питание, БЦАшек каких-то. Папочка дочери дома, наверное, не знаю. Нет, в солярий не хожу. Берегу кожу, кожа портится, поэтому в солярий не хожу. Ну, редко могу, там, на буквально на 5 минут, раз там, в 2-3 недели. Почему? Общаемся очень хорошо. Что, он должен со мной все время ездить, что ли? Или как вы должны видеть, что мы общаемся? Мы очень хорошо общаемся, достаточно близко. Ну, имеется в виду, мы дружим и постоянно контакт у нас, ежедневно созваниваемся. Ну, у нас нормально все. Что нужно от прыщей? Надо сходить к косметологу, выяснить проблему, потому что это может быть от внутренняя какая-то проблема. Может быть, с циклом что-то, с гормонами бывает такое. Ну, какой эффект? Эффект накопительный. Нет, он не спортсмен, обычный человек. Эффект накопительный, поэтому надо пользоваться постоянно, и будет понятно, есть ли от этого эффект или нет. Обычно ужинаю тем же, чем и обедаю, курицей или рыбой, и овощами. Короче, я решила не париться просто в этом сезоне, честно вам скажу. У меня просто сейчас достаточно большие расходы по бизнесу. У меня несколько проектов, которые некоторые я еще не анонсирую. У меня есть проекты, которые я вкладываю деньги, скажем так. И я решила в этом году не париться и отправить дочку. Ну, она просто едет там знакомая, она едет в санаторий в Анапу. Ну, в очень хороший санаторий. Ну, просто от аллергии, потому что там ничего не цветет уже. Ну, в общем, на юг она едет. Потому что в Европу отправлять ребенка сейчас... Плюс еще летом куда-то поехать. Еще мы в Диснейленд хотим в июне. Я думаю, нет, пусть она едет в Анапу. Плюс у нас там знакомые живут. Они там будут выгуливать. Вот. Нас, в принципе, и пригласили. Просто знакомые. Вот. Друзья. А спортпита могут быть, это может быть какая-то аллергическая реакция. У меня такое было. А я купила протеин одной марки, я не буду говорить какой, на всякий случай, чтобы не было как антиреклама. Начала его пить и покрылась просто сыпью вся. И еще у меня от большого количества белка, когда реально очень сильно увеличиваю белок, у меня тоже бывает реакция на коже, тоже могу какой-то типа аллергический сыпью покрыться прыщичками. Нет, Люда не тренирует меня уже давно, полгода точно. Тунец можно, но не из банки. Не из банки. В хорошей санатории, прямо на берегу, по-моему, старая Анапа, нет, пюре я не покупала, это давно было, его еще не было. Старая Анапа, он прямо на берегу, там внутри типа как спа, там бассейн и все, хороший санаторий, ну вот, и я не могу сказать, что он дешевый, но все равно, учитывая курс евро, в любом случае это будет дешевле, на 2 недели. Вот, ребенок полетит туда, чисто чтобы по аллергии просидеть там. Потому что у нее страшная аллергия, прям до астмы.
банке из-за соли, конечно. Поэтому в банке свежий тунец кушайте, пожалуйста. Да, спортпит употребляю. Я пью говяжий протеин. Я его люблю. Я вообще, в принципе, только говяжий пью. Пью ПЦА, глютамин. Пожалуй, все, наверное. Дочка ходит на спорт, она выступает скоро. Старая Анапа так и называется, да. Прям на набережной находится. Прям выходишь в море. Садится зрение. Нет, это ненормально. Не уверена, что это связано с углеводами. Это странно. Бренды, поскольку у меня нету сейчас ни с кем контракта, я могу сказать, что у меня разные бренды. Мне никто не кормит, у меня нет спонсоров. Вот. А у меня нету спонсоров, поэтому я могу говорить все, что хочу. Хе-хей! Мне на самом деле сейчас Muscle Meds. Я пью говяжий протеин. Мне очень нравятся маленькие шоты. Вот такие маленькие шоты, они у меня прям в багажнике лежат. И когда мне на одну тренировку, я не успеваю поесть, я прям беру этот шот. 50 грамм белка в одном этом шоте. Но я его за раз не выпиваю, на два раза его делю. Потому что если 50 грамм выпью, хотя у меня усвоится, я могу много белка скушать, у меня все усваивается спокойно. Здравствуйте, здравствуйте. Привет, привет. Вот, и что еще я пью? Optim Nutrition у меня есть какие-то продукты. БЦАшки, Gaspari Nutrition у меня есть. Muscle Meds, я же говорю. Синта, ну, в Синте же 6 грамм углеводов, я его не пью, потому что там сахара дофига для меня. Я пью 0 углеводов совсем. Ранитин, ну, у меня есть, но я его не пью, что-то у меня валяется. Геоновский еще, кстати, остался. Вейдер что-то мне не нравится. От белка прыщики, ну, поменять спортивное питание или снизить белок, такое может быть, у меня такое было, когда много белка кушаю. Поэтому... просто повнимательнее. Может быть, вам надо поменять. А еще бывает, знаете, курица наколотая чем-то. Попробуйте фермерскую курочку покушать. А я их что-то не ела, BPI. Я не помню. У меня не было, по-моему, вот Сашек таких. Мне еще нравятся оновские, как их, Аминэнерджи на тренировке. Тоже они прикольные. Еще мне нравится, как это, Сайтек Нутришн. Я в Америке попробовала. Привезла кучу пробников. Мне очень понравилось. Сайтек, по-моему, правильно, по-моему, правильно он пишется, я не знаю. Да я ничего не привезла, ребят, я так болела, у меня была температура, мне было так плохо, это был просто трындец. Вот Ярослава Николаева не даст соврать, я просто лежала при смерти, я не знаю, как я на сцену вышла, я вообще не знаю, я просто, когда она мне за сценой кричит, я стою на сцене и просто, я понимаю, что мне кажется, в уморок упаду. Она мне кричит за сценой, Ярославушка, моя любимая, кричит мне: ты дышишь, ты живая, все нормально, кивни, подай знак, если все хорошо. Да, вот эти, наверное, да, правильно они как пишутся. У них прикольный вкусный протеин и прикольные всякие разные БЦАшки. Мне очень понравилось, у них есть такие БЦАшки жидкие со вкусом кока-колы, ноль углеводов. Я их так на тренировке. Ну, я пробники привезла, я куплю пока, мне никто не кормит, я куплю банку, закажу где-нибудь, не знаю, вот. Ну, если белок не усвоился, вас просто пронесет, куда же он денется, то есть у вас, если вы съели очень много белка. Геон, у меня кончился контракт, меня не кормят, просто меня кормят бесплатно, я кушала, потому что спонсоры. Почему? Геон хорошая марка, мне, в принципе, устраивало все. Ну, сейчас просто мне бесплатно, там, то подарят какую-то банку, то еще что-то. Что дают, то ем. Я просто тестирую, мне что дают. Вот на выставке на Арнольде просто мне куча дали всяких пробников, пол чемодана. И я, естественно, все это лопаю сейчас. С собой беру прям, мне удобно. То БЦАшки разведут, то еще что-то. Вот, поэтому что, у меня, я ничего не имею плохого против Геона, не знаю, что ли. Казеин, да, прикольно. К изоляту нормально отношусь. Но только смотря какой изолят, конечно. Я протеин не любитель, честно вам скажу. Но мне нравится, я говяжий. Хороший музон. Хороший музон играет. Любимый вкус какой-нибудь кофейный. Мне нравится кофе. Он тогда похож на какой-то капучино холодный. Не, батончики очень редко бывают у меня, конечно. У меня бывает, иногда прям хочу именно батончик. Причем не шоколадку, ничего, а именно батончик.
Что я могу сказать по поводу протеина? Другой аминокислотный состав, в отличие от молочного, да. Отсутствие лактозы, соответственно, поэтому и мне нравится говяжий. С него меньше заливает, так, как говорится. Поэтому, кто готовится, переходите на говяжий или на гидролизат, совсем пустой, который максимальной обработки. Есть гидролизат, ну, совсем пустой. Ну, в смысле пустой, он совсем быстро усваивается очень и максимально очищенным. Да пью кофе, уже спрашивали, кстати, у меня в этой трансляции. Уже были вопросы. Музон хороший. Нас, кстати, на новом радио рекламируют про вкус. Слушайте новое радио. Где-то 27-30 тысяч. Все купальни где-то в районе 30 тысяч. Но они вообще не только у меня, они в принципе так стоят. Любимый бренд одежды. Вот что могу сказать. Всякие у меня есть бренды одежды. И дорогие, начиная там с Шанели и заканчивая просто H&M или Zara. Ничего не вижу в этом. Мне нравится типа в H&M зайти. Во-первых, я дочке там всякие пижамки, трусишки, маечки покупаю. Там прикольные есть пижамочки. И могу какие-то на каждый день вот просто с, не знаю, с собакой гулять, просто с ребенком какие-то купить лонгслив, такие хлопковые, у них есть из хорошего хлопка, однотонные, с вырезом, ну, то есть просто с джинсами такие, или под пиджак такие майки. Могу купить такое что-то. То есть я не вижу смысла покупать какой-нибудь Dior майку под пиджак или там просто на гулять в парке образно, на casual, на каждый день, какие-то космические деньги вообще не вижу. Мне кажется, это бред. Ну, в общем, стараюсь сочетать какие-то недорогие марки, ну, вот, с дорогими марками. Поэтому одежда разная. Обувь, сумки люблю дорогие. У меня они практически все. На этом не экономлю. Одежду могу недорогую покупать. Да, она посмотрела видео с Арнольдом. Спасибо. Я, конечно, не идеальная, но... Салаты заправляю. Чаще вообще не заправляю, просто ем. Мне не нравится, знаете, потому что я еду с собой ношу. Если салат заправить, то размокают вот эти листья, а если не заправить, то они не размокают. Спасибочки. Да, я мелкая, на самом деле. Всем очень кажется, я очень какая-то здоровая. На самом деле, очень такая нездоровая. Сколько углеводов? Ну, у меня по-разному все с углеводами, с прыщами. Ну, удачи. Конечно, лучше к специалисту. Если уж прям проблема, то лучше, конечно, к доктору отправиться с этим. Чтобы выяснить причину, может, там с гормонами что-то не то. Не знаю, дело привычки. Я ем холодное, сухое, вообще любое ем просто вот. Я вообще не понимаю, что такое «не могу». Вот как это «не могу»? Надо! Надо! Как можно сказать «я не могу»? Вот надо сожрать килограмм курицы, больше ничего нельзя. И листья салата. Я не могу. Ну и все, значит, не выступай, раз не можешь. Это же странно. Значит, надо. Поэтому ничего. Надо, стиснув зубы. Ну надо, вот, а что делать? Не бывает так. И вкусненько, и хорошо, и худеешь, и все прям. Такое только в сказке бывает. А я уже около дома, я сейчас поворачиваю. Я скоро буду. Кардио делаю, да. Ой, ну тешится. Ох! Зачем была? Решала вопросы с интернет-хулиганками. Скоро узнаете. Читмила на подготовке делаю. Иногда. Набор тяжело. Ну так. Я сильно в набор-то не ухожу. Мой мужчина, он целый день, вот, кстати, не ест, я его ругаю. Он может целый день не есть, потому что на работе, а вечером налупливается так. Первое, второе, третье, салат, компот. Я его ругаю, конечно, за это. Я ему уже и батончики подсовывал, и протеин на работу, и один фиг он. И один фиг он целый день не ест, некогда ему. И потом в результате лупит, что попало. Я пока не буду комментировать про это дело относительно этого. Просто не хочу сейчас это все поднимать, потому что пока еще не время. Вот. Пока еще не время, скоро все узнаете, услышите.
пока раньше времени не хочу заявления какие-то давать. Что-то там для девушек. Ну, девчонки, где-то... Ну, посмотрим, как законы наши работают. 120-150 грамм белка, ну, я в среднем говорю. Углеводов 100-150 грамм, ну, смотря кто сколько. Но надо понять, сколько вы до этого ели углеводов, понимаете? Надо же понимать, сколько у вас до этого было углеводов. Вот. И жиров я меньше 1 грамма на килограмм веса не поддерживаю, девочки. Вообще на низкую углеводку, девчонки, если вы не, скажем так, не готовитесь, вообще нет смысла сидеть. Ноги подсушить. Да они высушатся в порядке очереди. Мало ели, ну тогда надо постепенно поднимать калорийность. Вообще надо обмен веществ, ну скажем так, нормализовать. Это нехорошо. Нельзя на низкоуглеводных диетах долго. Hi. Oh, I remember you. Yeah, I'm fine. Thank you. How are you? Это мой друг из Колумбуса, откуда из Америки. I'm in traffic. On my way to home. Где училась? Где училась, там и пригодилась. Я сейчас буду уже поворачивать, я надеюсь, что светофор держит. Вам повезло. Мне не очень. Если груши клиентка низ, как тренировать? Если она полная, или что у нее там, жир? Или просто крупные такие мясистые ножки? Ну, если у нее есть опыт в тренировках, я бы больше давала функционалки, плиометрики. Но я больше бы функционалки, плиометрики давала на нижнюю часть. Everything is fine. Thank you. Busy day today. Все. Все отлично. Я просто задолбала стоять, светофор не включает. Блин, уже устала. Уже чуть-чуть осталось. Они что-то держат. Держат и держат. Функционал, функциональный тренинг. Ну, почему приседы можно, но только без большого веса. Если сейчас она еще и разбомбит, у нее мышцы, значит, попрут на жир расти. Ну, имеется в виду под жиром. Надо чуть-чуть ее поджечь, ей жир сначала. Поэтому тренировки должны носить жиросжигающий характер. No, I don't know. I'm not watching. Значит, поэтому нужно жиросжигающий характер тренировки даже носить. Максимально подвижные, пусть она выпадает по залу. Приседания, ну окей, с небольшим весом, суперсетом с чем-то ей сделать. Или с выпрыгиванием, вот пусть попрыгает. Пусть пожжет калории. Нет, нельзя с фруктов набирать, это разные углеводы. Это сложные и простые углеводы, но как вы можете? Это все равно, что шоколадку сравнить с кашей. Ну, это быстрая энергия. Только если вы сожрали фрукты и сразу же пошли скакать или заниматься, или что-то еще. Вы не можете норму углеводов набирать не знаю, вот вам надо съесть 200 грамм углеводов. Вы не можете сожрать шоколадку Аленка и набрать норму углеводов, понимаете? Вам надо качество углеводов. От этого зависит качество тела. Ну так нельзя. Что это за дела такие еще? Так, я поворачиваю, ребят, я поставлю телефон пока. А то девчонки любят вот эту историю. А можно я там фруктами, а можно я... Одна у меня такая была клиентка, говорит. А можно, говорит, я просто тортик, пироженка одно скушаю. У меня же написано 100 грамм углеводов. Ну можно вот я конфету съем, пирожное, картошка, и все, и наберу норму углеводов. Сейчас. Ага. Все, я приехала, ребят. Буду отключаться. Всех целую, всем пока. Сейчас еще... Так, секунду. Все, я же заезжаю во двор, уже надо рулить. Так что до свидания.